надо понимать, что занятие на электроинструменте – это не такая уж и простая штука, как может показаться на первый взгляд. Здесь, конечно же, нужно развивать и ритмичность, и работать обязательно над самим звукоизвлечением. И глушение тоже не забывать. Буквально с первых же занятий нужно этим заниматься. Глушить все незадействованное, потому что со всех щелей лезут лишние призвуки. Вопрос глушения на бас-гитаре стоит очень остро. И нередко те, кто просиживает с инструментами, занимаясь над этими пунктами, верят в то, что у них потраченное время автоматически будет конвертироваться в результат. И спустя некоторое время, когда они видят, что этого результата так и не достигают, то начинают думать, что они не талантливы и, наверное, они не смогут научиться играть на инструменте. Вот таким особенно будет полезно посмотреть этот ролик. И напомню, что на этом канале есть полезные плейлисты и по рекомендации к занятиям, и басовые уроки. Так что не теряйте всю эту полезную информацию, обязательно подписывайтесь. Лично для меня талант – это необъяснимая тяга к какому-либо делу. На примере бас-гитары вы начинаете интересоваться, какие существуют бас-гитары, кто их популяризировал. Начинаете вслушиваться в партии, в песнях. И просто банально в каталоге бас-гитар вы можете просто залипнуть. Все это побуждает вас погрузиться с головой, взять и начать заниматься на бас-гитаре. Если вам пришлось взять в руки бас-гитару только потому, что у друзей в команде нет бас-гитариста, на бас-гитаре всего 4 струны, да ты сможешь. И это не выливается вот в вышеописанную тягу, то велика вероятность, что вы ощутимых результатов не добьетесь. Этого будет маловато, это многократно проверено. Да, какие-то причины нас приводят в музыку, и появляются цели с группой сыграть первый концерт, записать песню, а того гляди, и вообще альбомчик. И вот здесь появляется нужда в занятиях, и занятия должны стать для вас настоящим увлечением. Никто не говорит о том, что вам придется стать теперь фанатом бас-гитары на всю жизнь. Но, как минимум, на ближайшие пару-тройку лет вам придется в каком-то плане стать одержимым бас-гитарой. И в этом случае велика вероятность того, что постановки, техники, ритмическое ощущение станет вашими настоящими привычками. И вы с ними начнете играть легко и непринужденно. Надо помнить, что во время занятий нужны следующие таланты. Талант уметь обдумывать и находить причинно-следственные связи. Талант быть усидчивым, чтобы подбирать именно нужные движения, да, и запоминать нужные ощущения. А талант сконцентрироваться, чтобы во время занятий забыть про бытовые заботы и вообще абстрагироваться от всего. И талант быть внимательным, чтобы отслушать все лишние призвуки и неточности по ритму. Да, и конечно же, время на регулярные занятия вам понадобится. Чем больше, тем лучше. Но при этом вы должны понимать, для чего вы делаете то или иное упражнение, чего вы за счет него хотите добиться. И также не забывайте про плейлист, про эффективные занятия, я чуть ранее сегодня говорил про это. Если списывать все на талант, это путь тупиковый. Не, музыка, наверное, не мое. Вот у Пети стало все быстро получаться. Вот это талант. А то, что Петя, может быть, и нехотя на каком-нибудь фортепиано или ксилофоне, учился в музыкалке и, может, даже не доучился, все равно маломальские первые представления у него уже начало формироваться. То, что Петя слушает музыку и вслушивается в детали. А то, что Петя занимается на инструменте и включает логику. Неужели эти вещи не могут дать плодотворного старта? Но об этом же неинтересно думать. Огонь пропадает, инструмент откладывается. И вот ко мне на занятия как раз очень часто записываются с такой вот историей, когда хотят начать сначала, спустя много лет. Когда мысли о таланте уже давным-давно отпустили, и они готовы получать удовольствие чисто от самого процесса и от выполнения обучающих заданий. И вот когда ты перестаешь подходить к зеркалу спустя каждый час и проверять, не подросли ли у меня там музыкальные мои мышцы, когда ты перестаешь себе постоянно твердить, ну когда же этот будет результат,
а именно искренне начинаешь погружаться в процесс, вот только тогда появляется большая вероятность того, что все обязательно получится. Вдохновляйтесь и занимайтесь.